16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция. Из воспоминаний командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта, маршала артиллерии, героя Советского Союза Василия Казакова. В 3 часа берлинского времени в полной темноте мощный залп огромной массы орудий и минометов возвестил о начале артподготовки. Зрелище было поистине феерическое. Десятки тысяч зорниц в районе огневых позиций на широком фронте и огни разрыва в стане врага. Особенно сильное впечатление производили залпы «Катюш». Даже бывалых артиллеристов поражала эта стихия огня, которая ночью казалась более грозной, чем днем. До победы оставалось 23 дня.